Привет, девочки, привет, мальчики, а также их родители, дедушки и бабушки. Сегодня в обзоре 3D ручки. Тема очень популярная. Сейчас достаю с коробки, показываю, смотрим. Мы начнем с этого набора. Итак, в комплекте у нас вот такая бумажечка, это инструкция. Как менять батареечки. Все на английском языке, но по картинкам так все понятно, что можно, что нельзя. Так, дальше идет вот такая огромная у нас бумага с трафаретами, как по отдельности рисовать, потом собрать все в одну игрушку. Значит, у нас бабочка, жук и единорог. Вот такая прозрачная штучка прозрачного пластика. Это когда вы ложите на трафарет. И обрисовываете 3D ручкой. И потом отсюда эти детали легко отсоединяются. Также есть вот такая форма делать объемные фигуры. Есть вот такая форма. Есть два наконечника. Есть вот такой наконечник, который светит ультрафиолетовыми лучами. И есть две ручки. Ну как, тут ручка-контейнер с пластиком, с жидким пластиком. Какой цвет контейнера, такой цвет пластика. Значит, это у нас черный в комплекте идет, и второй у нас идет розовый. Если в предыдущих обзорах я показывал 3D ручки, которые работали за счет того, что разогревали пластик, а потом он просто застывал, то здесь все действует по-другому. Вы снимаете крышечку с пластика, накручиваете наконечник. Резьба тут почему-то левая. Здесь регулируется подача пластика, как на клее ПВА. Сильнее открутите, будет сильнее подаваться. Закрутите полностью, вообще не будет подаваться пластик. И одеваете на этот тюбик данное устройство. Включаете, рисуете. Под действием данных лучей пластик застывает. Запаски продаются отдельно всех цветов радуги. Во втором наборе, в принципе, все то же самое. Единственное, что здесь идут шаблоны и рисунки как бы более для мальчика. Вот какой-то дяденька, астронавт-космонавт. И еще с обратной стороны у нас идет марсианин и ракета. В этом наборе идет 3 тюбика с пластиком. И тут идут другие цвета. Тут идет у нас зеленый, оранжевый и тут розовый. Коробочка чуть-чуть больше. 3 вида пластика, а остальной комплект полностью одинаковый. И шаблоны, как бы больше рисунки, идут для мальчика. Кому интересно, заходите на мой канал, смотрите другие видео об игрушках. Если понравилось, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Большое спасибо за внимание. До свидания.